в этом видео расскажу, как активировать функцию закрытия с ключа багажника. Значит, открытие понятно, все открывается. Но если нажать снова и держать, то крышка не закрывается. И закрывается только уже при нажатии кнопки. То же самое и с салона. Нажимается на кнопку, багажник открывается. Но если там зажать и держать, то все равно ничего не происходит. И нужно идти и закрывать багажник. Значит, чтобы это исправить, нам нужен диагностический кабель. Кабель буду использовать с Алиэкспресса. Ну, работает нормально. Диагностический разъем расположен вот здесь вот снизу. Вон тот розовый. Для владельцев MacBook Pro с Type-C портами через переходник этот кабель вполне хорошо работает. Значит, теперь заходим в режим управления модулями и находим 6D. В каких-то инструкциях по-разному написано. Здесь у меня неактивна кнопка логин 11, а в инструкциях написано, что туда нужно вбивать данные. У меня заработало через Security Access. Пароль 1, 2, 3, 4, 5. И теперь нужно зайти в раздел адаптации и выбрать. Вот, значит, здесь 8 таких специальных пунктов. Значит, нужно Tab включить, а Touch выключить. Значит, Touch выключаем. Not active. И теперь Tab for closing надо включить. Выбираем active. Так, теперь active. Теперь для того, чтобы с ключа, то же самое. Touch мы переводим в режим неактивный. И Tab для закрытия в режим активный. Все, на этом все. Теперь проверяем. Значит, открывается крышка. Еще раз нажимаем. Закрывается. Единственный нюанс, который всплыл, это она закрывается только при включенном зажигании. То есть вот сейчас крышка открыта, но замок, то есть задняя дверь, не закрывается. Включаем зажигание, нажимаю, и она закрывается. То есть вот такой вот нюанс нужно знать. Теперь с ключом. Открывается и закрывается. Все шикарно. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.